7 ноября 1937 года. Москва. Красная площадь. Торжественный парад по случаю 20-й годовщины Великого Октября. С трибуны Ленинского мавзолея участников торжеств приветствовали советские лидеры – Сталин, Молотов, Каганович и Ворошилов. К этому моменту официальным продолжателем дел Ленина считался только один человек – Иосиф Сталин. После долгой и упорной внутрипартийной борьбы он сосредоточил в своих руках всю полноту власти. Большинство друзей и соратников Ленина, с которыми он совершал Октябрьский переворот, были уже репрессированы, а политический строй советского государства изменился навсегда. Некоторые говорят там о том, что это был период тирании, некоторые, что это был период окончательного утверждения диктатуры Сталина. Но мы можем сказать о том, что это, конечно, несомненно, был период утверждения Сталина в качестве единовластного вождя, который принимал самостоятельно, без особых консультаций с соратниками, все принципиальные решения, касавшиеся судьбы страны. Народный праздник, исторический день выборов в Верховный Совет Союза СССР. С великой радостью народ отдал свои голоса за лучших людей страны, за кандидатов блока коммунистов и беспартийных. Да здравствует творившего социализма товарищ Сталин! У нас выборы проходят в обстановке сотрудничества. Дело идет не о том, что у нас будут выборы всеобщие, равные, тайные, прямые. Хотя уже это само по себе имеет большое значение. Дело идет о том, что всеобщие выборы будут проведены у нас как наиболее свободные и наиболее демократические в сравнении выборами любой другой страны в мире. В 1937 году, согласно официальным данным, в Советском Союзе были репрессированы несколько сотен тысяч человек. Большинство из них обвинялись в контрреволюционной деятельности, классовой неблагонадежности и участии в заговорах против руководства партии. Сталин за спиной старой большевистской гвардии, всех друзей, ближайшее окружение Ленина, вынул из партии. Он просто уничтожил в середине 30-х годов всю старую большевистскую гвардию, обвинив то, что они враги народа. История партии большевиков началась в 1903 году в Лондоне, когда Ленин и его сторонники образовали собственную фракцию и провозгласили курс на мировую революцию. Однако в России сторонники ленинских идей не имели большого влияния. Все изменил 1917 год. Февральская революция в одночасье смела царский режим. За власть в стране боролись десятки революционных партий и их вождей. Но пока многие политики ждали созыва учредительного собрания, Ленин провозгласил четкие и понятные для народа лозунги. Ленин сказал: нет, господа политики буржуазные, это неверная установка. Масса от вас уйдут. А мы водрузим на наши партийные знамена все требования, идущие от вас: земля крестьянам, заводы рабочим, немедленный мир. И мы плавно будем проводить социалистические преобразования. Строить рай на земле. 25 октября 1917 года в результате вооруженного переворота большевики захватили власть в Петрограде. После этого Ленин торжественно объявил о начале новой советской эпохи. Мы хорошо знаем, что у нас еще много недостатков в организации советской власти.
советская власть не чудесный талисман. Она не излечивает сразу от недостатков прошлого, но зато она дает возможность переходить к социализму, она дает возможность подняться тем, кого угнетали, и самим брать все больше и больше в свои руки все управление государством, все управление хозяйством, все управление производством. Ленинская партия стала локомотивом мировой революции. Она получила власть над огромной страной. Большевики возглавили все общественные и государственные структуры. Активно пополнялись партийные ряды. Уже в первые годы советской власти численность партии увеличилась почти в два раза и составила 1 миллион 300 тысяч человек. Высшим органом партийной власти был съезд, который собирался раз в несколько лет. В перерывах между его созывами партией руководил Центральный комитет. Партийная масса, которой стало слишком много, она уже, конечно, не имела такого влияния на своих вождей. Почти все уже решалось наверху. Ну, в лучшем случае на уровне ЦК, а часто на уровне таких более узких комиссий руководящих, как Политбюро, Оргбюро, какие-то узкие совещания советских вождей. Признанным главой и лидером партии большевиков был Ленин. Долгие годы ему удавалось сохранять единство своих сторонников. Он полагал, что споры и расколы могут погубить дело революции. Авторитет Ленина безоговорочно признавали все члены партии. Поэтому-то, строго говоря, он не занимал никаких должностей, собственно говоря, в самой партии. Он был вождь. Но при этом ленинские позиции политические, они подразумевали существование вокруг него достаточно сильных партийных деятелей, руководителей, прошедших вместе с ним подполье или там работавших вместе с ним в эмиграции, потом боровшихся за власть в годы гражданской войны. Ленин доверял своим старым товарищам. Собранная им команда принимала непосредственное участие в управлении партией и государством. Он ввел понятие «старая большевистская гвардия», он говорит, от «сой партии». Старая большевистская гвардия. Именно они определяют пролетарскую, социалистическую политику всей партии. Это мозг партии. По подсчетам историков, в старую большевистскую гвардию входило около 14 тысяч человек. Однако все основные решения принимались в кругу нескольких ближайших друзей и соратников Ленина. В их число входили Лев Бранштейн, в партийных кругах известен как Лев Троцкий, создатель Красной Армии, один из ведущих теоретиков мировой революции. В дни Октябрьского переворота был правой рукой Ильича. Григорий Радомыльский, псевдоним Григорий Зиновьев. Революционер с 20-летним стажем. Талантливый пропагандист и организатор. Вождь коммунистического интернационала. После революции возглавил партийную организацию Петрограда. Лев Розенфельд, он же Лев Каменев. Опытный пропагандист и агитатор. Один из самых образованных большевиков в партийном руководстве. Председатель Московского совета. Занимал ключевые посты в советском правительстве. Это когорта друзей, знающих друг друга более 17-20 лет, знающих всю подноготную, все возможности реагирования, все возможности политического трюкачества, перевертывания, предательства, дружбы и так далее. Но это вот та когорта, которая друг с другом умеет работать, знает, как это делать. И там нет никакого официального лидера. На фоне других членов Ленинской гвардии гораздо менее известным был нарком по делам национальности Иосиф Сталин. Всю свою сознательную жизнь он посвятил революции. В партии был известен под псевдонимом Коба. Считался одним из известнейших революционеров Закавказья. Неоднократно арестовывался царской полицией и сидел в тюрьме. Отличался хорошими организаторскими способностями и имел большой авторитет в партийных низах. Я прочитал все воспоминания, которые у нас здесь в фонде лежат Сталина, о нем до революции. Как он себя вел в тюрьмах, ссылках и так далее.
Он вел себя как вор в законе. Он строил всю администрацию тюрьмы. И политически его встречали как освободителя. Он мог голодать днями, по несколько дней ничего не есть, спокойно переносил. Он получил вот опыт революционной борьбы с воспитанием бандюгана. При жизни Ленина никто из старых большевиков не мог претендовать на лидерство в партии. Все решения принимались сообща. Для обсуждения важнейших политических вопросов был создан специальный орган – Политическое бюро. В 1922 году в его состав вошли 7 человек – Ленин, Троцкий, Сталин, Зиновьев, Каменев, Рыков и Томский. Эти люди вершили высшую власть в стране. Все решения принимались на обычных совещаниях. Члены Политбюро собираются 2-3 раза в неделю, иногда 4 раза в неделю. Они начинали заседать в 11-12 часов. Ленин уже болел, заседания затягивались. Они решали вопросы абсолютно все. Каким образом? Чичерин утром написал телеграмму, они днем собрались, и ответ, мы пишем такой-то ответ или нет, как мы на это реагируем? По предложению Ленина в 1922 году в партии была учреждена должность генерального секретаря. Она не давала никакой политической власти. Секретарь должен был составлять повестки для заседаний Политбюро, а также заниматься кадровой работой. Главным претендентом на новую должность оказался Сталин. В партии он имел репутацию прекрасного организатора. К тому же в то время его не воспринимали как серьезную политическую фигуру. В 1922 году Сталин был единогласно избран первым генеральным секретарем ЦК партии. Сталин очень быстро увидел, что эта должность открывает огромные возможности. Совершенно не технического характера, а характера политического. Секретариат подбирал партийные кадры, занимался подбором и расстановкой руководящих кадров. И Сталин довольно быстро, используя это, стал продвигать своих, ну, как правило, молодых и верных ему людей, сторонников. Только за первый год своей деятельности на посту генсека Сталин произвел 4750 назначений на партийные посты. Впоследствии эти люди стали его верной опорой. Когда потом началась уже серьезная политическая борьба, 23-24 год с Троцким, на самом деле все было решено в 22-м, в апреле месяце, только потому, что пришел человек, который поставил на все ответственные посты своих помощников. В 1922 году здоровье Ленина резко ухудшилось. Всего за год у него произошло 2 инсульта. Сказывались последствия покушения, совершенного эсерами в 1918 году. Серьезное пулевое ранение в шею нарушило кровообращение мозга. В 1923 году в результате 3-го инсульта Ленин потерял речь. Стало понятно, что партия в любой момент может лишиться своего вождя. Он был хранителем единства старой большевистской партии. Всегда публично говорил о единстве всей партии. Но его мучил один вопрос. Как после его ухода, как сохранить единство того слоя партии, который держит реально государственную власть? В декабре 1922 года Ленин продиктовал обращение к очередному съезду партии. В историю оно вошло как «завещание Ленина». В нем он дал оценку своему ближайшему окружению. По словам Ленина, Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, которую он вряд ли сможет пользоваться осторожно. Ленин предлагал своим товарищам обдумать смещение Сталина с поста генерального секретаря и назначить на эту должность другого человека. Кого именно, Ленин не уточнял. Ленин говорит, Сталин сконцентрировал за короткий срок необъятные властные полномочия. А Сталин по характеру любитель острых блюд. Он груб, не тактичен,
Это в нашей коммунистической среде, большевистской, приемлемо. А в общей политике, в отношении с обществом, ну, это вот нетерпимость какая-то, вспыльчивость. Ну, это не годится. Сталину надо искать замену. Да не тут-то был, поезд ушел. Число сторонников Сталина быстро росло. Однако сам он по-прежнему держался в тени более известных и харизматичных товарищей Ленина. По мнению Каменева и Зиновьева, куда большую опасность представлял Троцкий. Он был амбициозен и заносчив, возглавлял Красную армию и явно метил в преемнике Ленина. Троцкий сыграл огромную роль в годы революции и гражданской войны. Поэтому Троцкий пользовался огромным авторитетом, по крайней мере, в определенных слоях партии. И Троцкий, конечно, вместе с Лениным считался одним из вождей революции. Троцкий первым пошел в атаку. Осенью 1923 года, когда Ленин тяжело болел, Троцкий открыто выступил против товарищей по политбюро Сталина, Каменева и Зиновьева. Он заявил, что в партии больше нет демократии. Чиновничья верхушка разрослась и узурпировала всю власть. А назначения на все важные посты диктуются Сталиным. В своих брошюрах и речах Троцкий говорил о вырождении старой партийной гвардии и призывал ориентироваться на молодежь. Говорят, ну что, молодежь, смотрите, что делает Сталин. Что верхушка партии на небе, она полностью оторвалась от самой партии. Надо взять контроль, восстановить контроль партии над верхушкой. Спустя годы, находясь в эмиграции, Троцкий утверждал. За этими процессами стоял не коммунизм, не социализм, а сталинизм, то есть деспотия безответственной бюрократии над народом. 21 января 1924 года умер Ленин. После его смерти партия оказалась на грани раскола. Троцкий обвинил Политбюро в предательстве идеи революции. В брошюре «Уроки октября» он обличал Каменева и Зиновьева в трусости, которую те проявили в дни Октябрьского переворота. Но большинство его однопартийцев так не считало. На пленуме ЦК все обвинения Троцкого были отвергнуты, а сам он был лишен поста председателя Реввоенсовета СССР. Вот после того, как это произошло, Троцкий практически, конечно, как политическая фигура, был дискредитирован и лишен значительной части своей власти. Но потом произошло то, что обычно происходит. Победители, среди которых особенно, конечно, выделялись такие амбициозные лидеры, как Зиновьев, к которому примыкал Каменев, с одной стороны, и Сталин, они, в конце концов, между собой столкнулись. 21 мая 1924 года, накануне очередного партийного съезда, было впервые зачитано письмо Ленина, в котором он предлагал подумать над смещением Сталина. Это могло закончить его политическую карьеру. Но Сталин открыто заявил, что не собирается бороться против партии и готов уйти в любой момент. Есть Ленин, собственно, сказал, ну, а я и не держу за эту должность. Лукавил? Лукавил, конечно. Но он знал, что говорил. Знал, что не пройдет этот номер. В 1924 году Сталина переизбрали на должность генерального секретаря. Его поддержали как старые большевики, так и масса новых выдвиженцев. Опираясь на них, Сталин отделился от Каменева и Зиновьева и стал серьезной политической фигурой в партии и Политбюро. Уже тогда начались первые политические преследования его оппонентов. Это не просто идеологическая борьба. Он ввел элементы кровавых разборок как очень сильный аргумент своей правоты. Потому что вся борьба, начиная с 23-го года, сопровождалась уголовными делами. По Москве пошло череда самоубийств, чего никогда не было. Потому что людей стали выгонять из партии. В Российском государственном архиве социально-политической истории хранятся уникальные документы по истории внутрипартийной борьбы 20-30-х годов. Среди них карикатуры, которые члены Политбюро рисовали друг на друга. Сталин изображен на них в виде городового.
старшим членам Политбюро, его роль определенно не нравилась. С их точки зрения, Сталин стал позволять себе слишком много. На заседаниях Политбюро был запрет говорить, это отвлекало. Но все члены Политбюро и Ленин в том числе обменивались записочками. Как ты думаешь? Что ты думаешь по этому вопросу? И в карикатурах они, как и в записочках, они не стеснялись. Первые годы советской власти стали для России тяжелым испытанием. Революция и гражданская война привели к краху экономики. Из-за нехватки сырья останавливались заводы, росла безработица. За годы военного коммунизма была полностью разграблена деревня, что привело к страшному голоду. В 1920 году большевики объявили о начале новой экономической политики. Денежный продналог облегчил положение крестьян. Была разрешена торговля и мелкая частная собственность. Рыночные отношения вывели страну из тяжелого кризиса. Но заигрывание с капитализмом противоречило основным принципам партии. В 1925 году это привело к новому конфликту в Политбюро. Здесь тоже был очень ярко выраженный элемент борьбы за власть, за преобладание, за административную и политическую власть. Но, конечно, вы же понимаете, что когда вожди сражаются, они не могут просто открыто заявить, что вот они хотят власти. Они, конечно, придумывают некие программные установки. И программной установкой вот этого вот... вот этой оппозиции левой, так называемой, была атака на НЭП. Большинство членов Политбюро было едино во мнении, что новую экономическую политику необходимо свернуть. В новых капиталистах, которых называли НЭПманами, и в деревенских кулаках, большевики видели опасность для социалистического общества. Каменев, Зиновьев и все еще остававшийся членом Политбюро Троцкий потребовали немедленного наступления на НЭП. Но партийное большинство во главе со Сталиным в тот момент придерживались иной точки зрения. Сталин все время занимал среднюю линию, я бы сказал. Понимая, что большинство в Политбюро настроено на НЭП и предпочитает стабилизировать ситуацию внутри страны при помощи экономических, прежде всего, реформ, он поддерживал очень долго эту линию. С каждым днем споры внутри Политбюро становились все жарче. Смогут ли большевики разжечь пожар мировой революции, о котором писал Карл Маркс? Все идейные марксисты были едины. Мировая революция неизбежна, и именно Россия должна ее организовать. На конгрессах Коммунистического интернационала Зиновьев призывал рабочие партии мира поднимать революции в своих странах. Большевики помогали им деньгами. Но Сталин был против. В 1925 году он открыто заявил, что социализм можно построить в одной отдельно взятой стране, то есть в СССР, где для этого созданы все условия. Спустя годы он утверждал, что эта цель была успешно достигнута. У нас социализм не просто строится, а уже вошел в быт повседневный народ. Лет 10 тому назад можно было еще дискуссировать о том, можно ли у нас строить социализм или нельзя. Теперь это уже не дискуссионный вопрос. Теперь это вопрос фактов, вопрос живой жизни, вопрос быта, который пронизает всю жизнь народа. И Сталин сказал, мы сидим, тратим колоссальные деньги на поддержку наших братьев по классу. Золото и прочее потоком идет в руки Компартии. А толку-то нету. Возьмем курс, не дожидаясь мировой революции, на строительство социализма у нас в России. В декабре 1925 года в Москве состоялся 14-й съезд партии. На нем Каменев и Зиновьев требовали отставки Сталина. Каменев заявил: «Мы против того, чтобы создавать теорию вождя.
Мы против того, чтобы делать вождя. Я пришел к убеждению, что товарищ Сталин не может выполнить роли объединителя большевистского штаба. В зале поднялся гул. Делегаты кричали «Сталина! Сталина!». В результате за Сталина и его программу проголосовало 559 делегатов, а его оппоненты набрали всего 65 голосов. Сталин и его сторонники в Политбюро, вот в результате этих, этой борьбы, интриг, столкновений, они в конце концов одержали победу. Но это было новое ограниченное коллективное руководство, в котором Сталин уже играл роль первого вождя. Программа Сталина была поддержана всей партией. По мнению большинства, молодому советскому государству были нужны не теории, а реальные планы на будущее. Идея новой социалистической России объединила большевиков. Руководители партии не собирались жертвовать своим положением ради мифической мировой революции. По решению 14-го съезда Каменев был выведен из Политбюро, а Зиновьев лишился всех своих постов. Их место заняли выдвиженцы Сталина – Климент Ворошилов, Вячеслав Молотов и Михаил Калинин. В 1923 года Коминтерн попытался организовать социалистический переворот в Германии. В Москве планировали вооружить до 60 тысяч немецких рабочих и направить им на помощь регулярные части Красной Армии. Однако немецкие коммунисты скептически относились к этой идее. Вооруженное восстание, начавшееся в Гамбурге, было быстро подавлено правительственными войсками Веймарской республики. Для многих это событие не прошло бесследно. Советский Коминтерн стали считать главной угрозой распространения революции в Европе. Тогда же они, вытирая слезы в Кремле, сделали вывод о стабилизации капитализма. А это значит, страна во враждебном окружении. В 1925 году партия приняла решение начать индустриализацию Советской России. Главный упор делался на развитие тяжелой промышленности. Для защиты социализма нужны были танки, самолеты, современное стрелковое оружие. Началось массовое строительство металлургических заводов, шахт и других предприятий. Возникло явление, которое историки называют военной тревогой. То есть в стране появились опасения того, что вот-вот война. И это достаточно негативно стало влиять на экономику, на политическую жизнь. И в конце концов тоже подготовило следующий виток вот, борьбы за власть. Перед партией стоял вопрос, где взять деньги на индустриализацию. В 1926 году на пленуме ЦК Троцкий, Каменев и Зиновьев предложили силой изъять необходимые средства у крестьян. Они полагали, что это не только существенно пополнит казну, но и ослабит деревенских кулаков, самых опасных врагов советского строя. Он говорил, крестьянцев в целом кулаки и средники – это наши ваши противники. Они чужды нашей пролетарской природе. Надо силы взять у деревни и все бросить промышленности. Провести сверхиндустриализацию, промышленная база резко усилится, соответственно, увеличится намного численность рабочего класса. Вот тогда мы еще можем устоять до мировой революции, дожидаться. Предложения левой оппозиции, как называли ее в партии, многим казались слишком радикальными. Сталин и большинство старых большевиков считали грабеж только что ожившей деревни преждевременным. Оппозиция осталась в меньшинстве.
Ее вождей обвинили в заговоре против партии и исключили из Политбюро. Теперь у Старой гвардии не оставалось иллюзий. Сталин забрал всю власть в свои руки. Он предал идеи революции. Он строит собственную диктатуру. Левая оппозиция выступила против Сталина единым фронтом. В листовках и речах, произнесенных на тайных встречах, Троцкий, Зиновьев и Каменев призывали дать Сталину открытый бой. 7 ноября 1927 года в Ленинграде была организована демонстрация в честь десятилетия Октябрьской революции. На ней люди несли плакаты с лозунгами «Выполним завещание Ленина», «Долой Сталина», «Да здравствуют вожди мировой революции Зиновьев и Троцкий». Большинство участников демонстрации было арестовано. На 15-м съезде партии в декабре 27 года оппозиция и ее методы борьбы были единогласно осуждены. А Троцкий, Зиновьев и Каменев были исключены из партии. Что такое исключение из партии? Это волчий билет. Это запрещение вообще. Это изгнание из политики. Изгнание из партии обернулось для Троцкого личной трагедией. Его труды и идеи были полностью запрещены в Советском Союзе. Троцкий был одним из главных оппонентов и врагов Сталина. Разного рода репрессии в СССР, особенно после того, как Сталин утвердился у власти, они проводились под лозунгом борьбы с троцкизмом. В тот момент члены партии еще не могли себе представить, что многие идеи Троцкого Сталин внесет в свою собственную политическую программу. Индустриализация обеспечила страну танками и самолетами, но не дала людям самого необходимого – товаров народного потребления. Легкая промышленность была заброшена. Прилавки магазинов опустели. На деньги, вырученные от продажи хлеба, крестьяне не могли ничего купить. Продавать хлеб государству стало просто невыгодно. Встал вопрос, а что делать? Хлеба нет. А как обеспечивать продовольствием рабочих? Как обеспечить армию? Откуда мы хлеб возьмем? Крестьяне его прячут. Было принято решение, Сталин предложил, силой взять, как в годы военного коммунизма, послать продовольственные отряды, кто не желает по государственным ценам бросу продавать хлеб государству, того объявлять злостным спекулянтом, хлеб конфисковывать, имущество, включая дома, конфисковывать самих этих спекулянтов, в кавычках, в ссылку, в лагеря. В партии еще оставались люди, которые могли возразить Сталину. Одним из них был его давний друг Николай Бухарин. «Бухарчик», как называл его в письмах Сталин. Бухарин предложил партии развивать легкую промышленность и торговлю. Но Сталин уже поменял свои взгляды и встал на только что осужденную позицию Троцкого. Новая экономическая политика себя изжила. Кулаки и непманы – враги социализма. На наших полях работают труженики земли. Есть помещики, есть кулаков. Руководят от этими работами люди из народа. Это и называется у нас социализмом в быту. Это и называется у нас свободная социалистическая жизнь народа. Он предложил ту программу, которую отстаивали вот его политические оппоненты левые. Хотя очень быстро он пошел гораздо дальше. И фактически он предложил свернуть новую экономическую политику и попробовать нечто новое. То есть отвернуться от преимущества экономических методов руководства и использовать и полагаться на методы, так скажем, политические, методы силовые. В спорах с генсеком Бухарин, видимо, по старой дружбе, позволил себе назвать Сталина мелким восточным деспотом. В ответ Политбюро заклеймило Бухарина и его сторонников выразителями идеологии кулачества, а их идеи – правым уклоном. Бухарин в панике побежал к выгнанному из партии Каменеву и сказал: «Сталин – опасный человек. Сталин – Чингисхан,
он ни перед чем не остановится. Я его боюсь. А Камень, он написал подробно о этой тайной встрече с Бухариным. Это письмо, там, или копия письма, доложили Сталину, и Сталин уже не простил Бухарину. В 1937 году Бухарин был исключен из партии и арестован. Спустя год его осудили и приговорили к смертной казни. Сломленный и отчаявшийся Бухарин написал Сталину несколько писем. В них он просил дать ему проститься с семьей и не расстреливать, а разрешить принять яд. Но ответа так и не последовало. 15 марта 1938 года Бухарина и его сторонников расстреляли на полигоне Коммунарка. Это были люди, у которых были свои семьи, у которых были свои взгляды на историю, у которых были свои взгляды на партию, на государство. Эти люди посвятили политике всю свою жизнь. Незадолго до расстрела Бухарин составил послание, которое заучила наизусть его жена. Он писал: «Ухожу из жизни. Чувствую свою беспомощность перед адской машиной, которая, пользуясь, вероятно, методами Средневековья, обладает исполинской силой, фабрикует организованную клевету, действует смело и уверенно». В 1936 году в Москве состоялся так называемый «Первый московский процесс». Это был показательный суд над бывшими членами Политбюро. Каменева и Зиновьева обвинили в подготовке покушения на руководителей партии. В результате ближайших друзей Ленина приговорили к смерти. Газеты писали, что убийцы сознались сами. Передовица Вестника Академии наук сообщала: «Эта подлая банда убийц рассказывала суду о ее злодеяниях. Отребье человечества, они использовали невиданные в истории методы предательства и лжи. Все наиболее бесчестное и преступное из грязнейших арсеналов подонков человечества было избрано ими в качестве орудия борьбы». Троцкий, бежавший от сталинского правосудия в Мексику, по случаю московского процесса сделал специальное заявление. «Все судопроизводство Сталина построено на фальшивых признаниях, исторгнутых инквизиционными методами новейшего типа в интересах правящей клики. В истории не было преступлений более страшных по замыслу и исполнению, чем московские процессы Зиновьева, Каменева и Пятакова, Радыка». На каждом этапе мы уже видели, сталинская группа одерживала политическую победу. Почему? А потому что генеральную линию, которую проводил Сталин, поддерживал большевистская гвардия. Своей массе, то есть вот эта установка, цель сохранить единство большевистской гвардии, это удалось сделать. Да, она была едина в поддержке генеральной линии. Спустя годы страна ощутила результаты новой генеральной линии Сталина. Коллективизация сельского хозяйства по своим масштабам и последствиям оказалось катастрофичнее самых смелых предположений теоретиков марксизма. Из своих домов было изгнано почти 2 миллиона крестьян, объявленных кулаками. Остальные должны были нести государственную повинность в колхозах. В 1932 году в Советском Союзе начался страшный голод, жертвами которого стали несколько миллионов человек. Когда выяснилось перед глазами старой большевистской гвардии огромная социальная цена воплощения сталинской генеральной линии, в партии возникают уже антисталинские под лозунгом «Сталин должен уйти». Вот в левой оппозиции и у бухаринской оппозиции персонального требования против Сталина не было. Там обвинений нет. А здесь «Сталин должен уйти». Сталин губит дело революции. В 1934 году в Москве состоялся 17-й съезд партии. Тогда его назвали «Съезд победителей». Только что был выполнен первый пятилетний план. Однако спустя годы этот съезд назовут «съездом расстрелянных». Было репрессировано больше половины его делегатов. При жизни Сталина о причинах этих гонений знали немногие. Когда старая большевистская гвардия оснулась от сна, так встряхнулась, и решила дать последний бой Сталину.
проходило тайное голосование бюллетенями по выбору членов ЦК. Из них около 300 вычеркнули фамилию Сталина. Такого никогда не было. Сталин тут же донесли, потому что в комиссии были его люди, надежные. Сказали, что вы думаете? А здесь Сталин произнес свою знаменитую фразу. Не важно, как голосуют. Важно, кто подсчитывает бюллетени и голоса. Изъять, уничтожить. И объявить, что против меня 5 голосов. Никогда в мире еще не бывало таких свободных, действительно свободных и действительно демократических выборов. Никогда. История не знает другого такого примера. Можете рассчитывать на то, что товарищ Сталин сумеет выполнить свой долг перед народом. Были расстреляны Зиновьев, Каменев, Бухарин. Более того, в этот период поднимались архивы, искали стенограммы заседаний всякого рода собраний и так далее, и выявляли тех людей, которые выступали в поддержку оппозиции или голосовали за оппозицию, и их тоже арестовывали. То есть была вот проведена вот такая вот массовая чистка, которая окончательно, так сказать, ликвидировала саму память даже о вот этой внутрипартийной борьбе. В 1956 году на 20-м съезде КПСС партийное руководство осудило репрессивную политику Сталина. Впервые в советской истории был поднят вопрос о реабилитации самих коммунистов, ставших жертвами сталинских чисток. Однако многие вожди Ленинской гвардии еще долго считались врагами советской власти. Бухарин, Каменев и Зиновьев были реабилитированы и посмертно восстановлены в Коммунистической партии Советского Союза только в 1988 году.